Специализированный лицей Министерства внутренних дел. На сегодня здесь обучается 189 учеников. На первый взгляд он ничем не отличается от любой общеобразовательной школы, но не в каждой школе вас встретят при параде, в погонах и аксельбантах. По указу президента Беларуси в 2015 году Минское городское кадетское училище было преобразовано в специализированный лицей МВД. Фактически, он стал четвертым учебным заведением в системе милицейского образования, куда входят Могилевский институт и Академия МВД, а также факультет внутренних войск при военной академии. Уже лицей имеется неплохие традиции. Мы во всех учебных заведениях участвуем, на всех видах олимпиад, принимаем активное участие в спортивной жизни, как партизанского района, как города, так и в целом нашей республики. Вот. Как правило, занимаем лидирующие места. Личным составом занимается в основном курсовое звено, то есть воспитатели. Вот, круглосуточно. На каждый курс назначено 3 офицера, которые занимаются обучением, воспитанием личного состава. С 1 сентября мы переходим на 7-дневную учебную неделю. Личный состав будет занят и в субботу, и в воскресенье. Сегодня в лицее получают знания ребята с 8 по 11 классы. Специальная учебная программа предусматривает изучение профильных дисциплин. Среди них и строевая подготовка. Тянуть носочек и правильно отдавать воинское приветствие мальчиков учат с 7 класса. Второй курс третьего курса на занятия по строевой подготовке построен. 11 курс попалетик. Здравствуйте, товарищи чаще! Здравия желаю, товарищ полковник! У нас проводятся занятия по строевой подготовке и огневой. Данных дисциплин нет в общеобразовательных школах. Данные дисциплины вырабатывают у наших учащихся выносливость и те качества, необходимые будущим сотрудникам органов внутренних дел. Конечно, немножко первое время есть какие-то привыкания, но мы им помогаем. Это наша непосредственная цель. Помимо строгости, у нас есть время отдыха, где наши учащиеся получают тут домашний уют и очаг. Тоже мы создаем для них все условия. Помимо строевой, ребята проходят медподготовку, этикет, хореографию, учатся приемам самообороны. Но что же заставило ребят променять поздние прогулки во дворе на строевые песни? Во-первых, кадетское братство, которое помогает как-то сплотиться с коллективом. Нужно учить физику хорошо, математику и языки. Также у нас есть союз суворовцев кадетов, где мы тоже общаемся с другими кадетами через социальные сети. Ребята живут не только учебой. Для любимых увлечений здесь тоже созданы все условия. Различные факультативы, спортивные и тренажерные залы. Не исключено, что хобби когда-нибудь превратится в призвание. Я пошел именно сюда, потому что я хочу попасть в силовые структуры, работать в органах внутренних дел. Для этого я занимаюсь пулевой стрельбой и хочу добиться высокого результата. Лицей весьма востребован среди молодежи. Уже в начале вступительной кампании на 100 вакантных мест подано 500 заявлений. Сразу набор произведется в 2 класса, 50 человек в 7 и 50 в 8. Специфика нашего учебного заведения, что они будут полностью подготовлены для поступления в высшее учебное заведение по системе МВД. И пусть лицеисты еще только привыкают к строгому распорядку и дисциплине, но право сознания этих ребят уже позволяет смотреть на них, как на будущих стражей порядка.